44-я Соловецкая парусная регата близится к финишу. Их смены преодолели 4 этапа из 5, сейчас находятся на островах Кузова. По результатам первого этапа в лидерах были экипажи яхты «Скапада», «Рапак», «Никита» и «Викинг». Но переменчивые северные ветра внесли коррективы в первые строки турнирной таблицы. На сегодняшний день в числе первых яхты «Скапада», «Шанс» и «Браво». Второй этап, который в Кандалакшу стартовал, прошел в стилевых условиях. Яхты очень долго добирались до Кандалакшского залива. Вот, очень много было изменчивых ветров. Долго очень добирались. Но следующие этапы прошли в штормовых условиях. И очень скоростные получились динамические. 19 экипажей уже преодолели более 400 миль. Впереди еще 15. Уже завтра на Соловках пройдет награждение победителей.